Игра ведется от первого лица. Игрок может свободно ходить по магазину, выставочным залам и амбарам, где может купить поврежденные автомобили для ремонта или перепродажи. У игрока есть доступ к большому количеству инструментов, большинство из которых разблокируется путем выполнения заданий, получения опыта. По ходу игры расширяет свою мастерскую, что позволяет ему выполнять все более сложные ремонтные работы, а также восстанавливать классические автомобили. Игровой процесс включает в себя изучение различных компонентов двигателя, подвески и шасси автомобиля, выявление поврежденных компонентов и их замену. Это можно сделать, купив сменные компоненты или на более высоких уровнях отремонтировать существующие. Двигатели визуализируются с большим количеством деталей, поэтому игроку требуется реалистично удалять детали, чтобы получить доступ к соответствующему компоненту. Чтобы выполнить требуемую задачу, игрок должен использовать реалистичное оборудование, такое как балансировочный станок, съемник пружин, комплект деталей и опору двигателя. Дальнейшие разделы мастерской открываются по ходу игры. Давайте посмотрим, как это было. Ссылка на игру в описании под видео. Приветствуем. Добро пожаловать в Car Machine Simulator 2018 года. Ознакомьтесь с новыми полностью разблокированными гаражами и проверьте работу самых различных инструментов в мастерской. Завершить обучение можно в любое время, устроив автомобилю тест-драйв. Удачи! Главные ворота. Карта. Используйте карту, чтобы выбрать место назначения. Выберите тестовый трек, чтобы проверить автомобиль. Что мне нужно сделать? Это что, склад? Здесь хранятся детали, которые на данный момент вам не нужны. Вы можете увеличивать размер склада по мере появления новых запчастей. Это покрасочная, я так понял. Покрасочная камера. Позволяет производить разнообразные покрасочные работы. Круто. Это. Вау. Тестовый трек. На какой машине поедем? Мне вот это больше нравится. Двигатель не заводится. Добрый вечер. Невозможно провести действие. В двигателе не хватает масла. Ну что, пошли чинить. Ну эта тачка что убитая? Давай вот открыть. Двигатель. Как мне снять его? Прикольно. Бомбезный симулятор. Просто бомбезный для изучения двигателя. Комплектующих к двигателю. Очень крутой симулятор. Вот ты смотришь, узнаешь, это свечи, двигатель там. Прикольно. И все название есть. Вот. Катушка зажигания. Ну, свечи, да? Прикольно. Вот аккумулятор. Что это? Модуль ABS. Ой, я узнаю, что такое модуль ABS. Это что? Гидравлический блок ABS. Так, это что? Вакуумный усилитель тормозов с GTC. Вау. Класс. Что мне? Что это? Инвентарь. Статус автомобиля. Заметки. Монтаж деталей. Так, как мне назад выйти? Ага, вот. Давай, монтаж деталей. Как мне монтажировать его? Опа. И чё? А что с маслом? Чё оно пенится? Ой-ой-ой. Все, это походу я перелил, да? Так, все. Все.
закрыть. О! Ёбаныст. Тут там все, да? Не, нормально все. Ну, довольно нереалистично. И что дальше? Ага, вижу. Вау! Класс, не, нормально, пойдет. Ну это ж не гоночный же симулятор. А, стоп, там было написано. Ой. Так. Ну, мы нормальные водители, мы четко ездим. Завершить обучение и начать игру. Вот это я обучился только что, просто неимоверно. У меня не машин, ничего. Это я начинающий, да? Что мне, куда мне надо? Должен быть какой-то компьютер. Во. Здравствуйте, компьютер. Логично, да, магазин. Дисков, вау. Главный магазин. Магазин номерных знаков. Магазин тюнинга кузова. Так, у меня есть 4000 денег, да? Ящик, в котором ничего нет. Что это такое? Маслосборник. Что мне нужно сделать? Так, инструментов, мы поняли, у меня нет. О, телефон. О! Принять заказ. О, детка, привет. Что с тобой? Можно мне инфу? А я могу сесть там. Ого, на ржавая дрысь. Блин, а че я не сразу задание не прочел? Тут еще время идет. Что это такое? 1,5 года назад я купил сыну эту машину. Он сказал, что практически ей не занимался. Только ездил и время от времени заправлял бак. Проверьте, пожалуйста, состояние масла и резины. Подожди, это она? Освободить место главных ворот. Так, это вообще другая машина. Что это такое? Что мне сделать надо? Что проверим? Давай, как мне, как тут дела у нас? Все хорошо, все нормально. Все, огонь. Так, масло Ой, масло все нормально. Так, масло все в порядке, да. Аккумулятор. Так, это у нас что такое? Система охлаждения. Все супер. Короче, забирайте, все готово. Тест-драйв. Погнали. О, сразу тест-драйв. Круто. О. Если едет, то это уже хорошо. Но она какая-то вообще такая вялая. Ой-ой-ой-ой. Вау. Вау, вообще круто. Поехали еще покатаемся. О, гоночный трек. Let's go. Братан! А, вот, 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 статус автомобиля. Я все это сделал, все, супер. А, с тормозами что-то не так. Давай посмотрим, что. Что не так с тормозами? Они поржавели? Подождите, тормоза. Я на подвеску сейчас смотрю. С тормозами что-то не так.
Ну а как мне их демонтировать или чё? Так, конечно. Для человека, который не увлекается таким, это очень сложно. Тормоза, двигатели, подвеска, тормоза, выхлоп, коробка передач. Так, это мне не нужно ничего. А как мне назад? Можно такой порнохаб открыть? А что мне надо? Ух ты. Пойдет. Почему я не могу снять? Ну что это такое? Зато я могу снять вот. Продай. Так мы сейчас разберем, продадим. Ой, я не могу. Так оно ничего ж не снимается, вот что-то я не пойму. Так оно не демонтажируется. Мне надо демонтировать вот это, то что оно... Этому хана пришла. А как его демонтировать, если я не понимаю, что мне как и чё? Ладно, я могу внутри, да, раскручивать вот. Прикол. В чем прикол? О, вот это я могу раскручивать, да? Опа. Ну, давай пораскручу. Да. Конечно, это тупо без снятого колеса такое. Разбираем ее нахер. Пока, короче, я все болты не выкручу, я так понял. Оно ничего не снимется, да? Угу. Да, автомеханик с меня топ. Подождите. Я ж могу ее поднять, я ж не зря сюда ее поставил, правильно? Ну. А чё ты не работаешь? Сфотографировал, да. Угу. Хорошо. Воу! Заработало. О, другое дело. Не надо было поднять. Я зря, короче, забрал ее. Так каким образом я мог туда залезть и разобрать? Во, мы добрались до тормозов. Круто. Выкрутили, все супер. Все нахер, все сняли. Получается, тут тоже. Ой-ой-ой, это я понаснимал. Продать 4 бакса. Лос прайс. Колодки то же самое. Тормоза, суппорт класса A. Давай посмотрим, есть ли такие. Класс B, класс E. Ага, тормоза. О, 100 баксов. О, смотри, вот это оно. Давай, или не оно. Вот подешевле я могу купить, сэкономил. Дисковые тормоза. Так не написано, какого они класса. А вот. Тормоза Support. Вот, эй. Я купил, да? Получается, они у меня должны быть в инвентаре. Вот они, новенькие. Вентилируемые тормоза. Мне надо вот такие вот. Это мы продадим. Вентилируемые отдели. Новенькие. Тормозики. Дальше что?
Ага, тормоза сверху одеваем. Тормоза. Установили поршень. Закручиваем. Главное все закрутить. Теперь оно показывает, что мне одеть колесо. Ну все супер. Смотри, а? 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 Да. Список. Опа, смотри-ка. О. Мы на процессе восстановления. Супер. Ну что, монтаж деталей. Монтажируем. Хорошо. Отдели. Тормозики. Закручиваем. Так. Ну все. Опускаем ее. А можно мы ее сразу переместить, чтобы не опускать? Гаражным воротом. Ну все. Завершить автомобиль не собран. Не хватает. А, ну да, я подмутил немножко. Ну так бывает, что такое ж. Автомеханик. Подшипнички, все. Все отдели. Так, скрепляемся. Супер. Дальше. Давай. Завершить. Заработали 145 денег. Это жестко. Это жестко. Ладно, короче, если тебе понравилась эта игра. Ну, на любителя игра, конечно. Ставь лайк, подписывайся на канал. С вами был дядюшка Розе.